Снова привет, зритель. Ща нас ждут пустые баночки июля 2020 года. На самом деле 300 миллилитров где-то еще живет в деревне, но это в деревне. Если они закончатся, то они будут тоже как бы пустая баночка деревни. Это у нас волшебная пена, шампунь для всех типов волос, про витамин B5, горная липа. 50 рублей за 1 килограмм. Волшебная пена, когда я ее увидела, я решила, что это пена для ванн. На самом деле оказалось, что это не пена для ванн, это шампунь. Очень бюджетный, супер бюджетный, но вполне себе такой хороший. Внезапно он вообще 18 года созданный, 23 августа 18 года созданный. И 24 месяца он жил. То бишь мне надо тот шампунь доделать в деревне до 23 августа 2020 года. Ну, в принципе, я думаю, хуже не будет, если он вдруг доделается чуть позже, ничего с ним не случится. Тут он немножко осталось, это я окачивала его. Можно будет вылить, допустим, на губку. Хорошая пена волшебная, шампунь. Нигде не встречала, просто случайно вот увидела в магазине нужные вещи. Хотя тут как-то заходила туда, уже не видела эту волшебную пену. Или плохо смотрела, или просто уже нет этой волшебной пены. У меня закончилось, его хватило ровно на 2 месяца. Я, кстати, эту волшебную пену даже сюда заливала. У меня, короче, закончилось жидкое мыло. Мне очень хочется, чтобы там какое-нибудь мыло было. И я решила туда немножко этого универсальной этой пены залить. Она как гель для душа шикарна, как жидкое мыло шикарно, как шампунь для волос вообще отменная. А как пена для ванн тоже очень хороша. Короче, Green Mama, мыло, гель для рук, антибактериальное, масло чайное дерево. Гель, мыло для рук с антибактериальное с маслом чайного дерева. В апреле 2020 года создано, 2 года с даты изготовления, 300 мл, 6 месяцев после вскрытия. Хорошее экономичное мыло, хватило ровно на 2 месяца, даже чуть побольше. Так, буквально вот один вот пшик, вот эта капелька. Особую пену, конечно, суперскую такую не дает, но чтобы руки помыть, хватает. У меня закончилось, я хотела это порекламить. Я думала, что покупала в Магните, но, видимо, я все-таки его покупала в Светофоре. В Светофоре оно стоит 35 рублей, тут 500 мл, слушайте, такая универсальная штука. Это у нас новинка, выгодная уборка, чистящий крем универсальный. Чистит до блеска и не царапает, активно борется с пригоревшим жиром, действительно так. Известковым налетом это тоже, трудновыводимыми загрязнениями, чё я им только не мыла. Эмалированные кастрюльки с непонятным налетом, особенно если они белые, а налет хрен знает какого цвета, отмывает на ура. Единственное, надо, в общем, допустим, немножко так полили, он такой кремовый крем. Он мне вообще по консистенции напоминает, у меня еще такой есть в запасе, но у меня сначала его, как бы я его порекламила человеку, человек говорит, а у тебя есть в запасе? Я говорю, есть. Вроде как попросил, но человек забыл, и я забыла. Я вот думаю, что я себе, наверное, его оставлю, а потом как-нибудь поеду в Светофор, закуплюсь и на себя, и на того человека. В общем, по консистенции оно мне почему-то напоминает Альмагель. Если кто-нибудь когда-нибудь Альмагель принимались, вот такая же консистенция, я не знаю, как насчет вкуса, но вот визуально он мне напоминает Альмагель. Короче, совсем чуть-чуть вот полили, и надо лучше, чтобы быстрее все это отошло, буквально несколько минут, надо горячей водичкой еще туда добавили, в эту кастрюльку, допустим, да, вот с таким налетом, ну и подождали несколько минут, оно все отвалится. А можно, если там какой-нибудь суперстойкий налет, который хрен знает, как очистить, вот от чашки, от чая и чайники отлично очищают, вообще вот моете посуду, чуть-чуть нанесли на губ, протерли, окатили, все ништяк, все чистенькое. Вот. Если какой-нибудь суперстойкий налет вот в этих кастрюльках, то ну, на несколько часов оставили, там оно постояло, не замечало время, можно даже на полчаса оставить. А потом вот заливаете воду и смотрите, все, оно само отошло, даже оттирать не надо. В общем, очень классная штука. Если у вас есть магазин Светофор, гляньте там. Вот в Светофоре у нашего оно 35 рублей стоит. И я даже не помню, почему я его тогда покупала, но я подруге рекламила, фотку скидывала, мне казалось, что я покупала его в Магните, потому что там был какой-то мягкий крем. И мне всегда казалось, что на нем написано мягкий крем, а тут, оказывается, чистящий крем универсальный.
В общем, отличная штука. Я тут что-то вниз ставлю. А можно же вот сюда баррикадой. Я не всегда обозреваю эти штуки, которыми на кухне пользуюсь. Но вот если там какие-то супер восторги, то вот случается. Масло для душа с органией и розой. Традиции хамама. Органия белая, роза белая от эко-ответственных поставщиков из Марокко. Сделано во Франции и Фраше. Мне очень нравится аромат традиции хамама. Вот у них обновленная серия это. Органия и роза. И слушайте, да, вот оно так и есть. Если это масло соприкасается с водой, до сих пор вот в Фраше такая фишка именно у масел для душа, то оно становится белой нежной пеной. Вот тут вот немножко осталось, видимо, я пыталась его уделать до конца, катить и вылить на губку. Но тут еще что-то осталось, оно текло. Можно будет завтра душик принять. Очень классно. Если я буду что-нибудь в Шерше еще заказывать, но у меня случилась с ними такая неприятность. Они мне в начале года на мой аккаунт, мой, во-первых, аккаунт второй раз за 11 лет дружбы в Шерше, сотрудничества, скажем так, как я как покупатель, а не как продавец, отдали хрен знает кому, и на мой аккаунт частично на левое имя пришло овер дофига заказов по предложению, которое у меня вообще не сочеталось с моим аккаунтом. Ну и, в общем, как-то получилось, что теперь я с ними не дружу, они мне заблокировали аккаунт, дали новый номер, и его заблокировали, даже перестали присылать эти бумажки, открыточки, хотя у меня карта клиента из офлайнового магазина все еще жива, там какие-то даже баллы были, но так получилось, что, видимо, я буду и Фраше теперь покупать или на Озон, или еще где-нибудь. В общем, если мне вдруг захочется снова. Если мои финансы не будут петь романсы, потому что за последние 3 месяца просмотры на рекламе, рекламы на моих роликах очень сильно упали, аж в 3 раза. Соответственно, выплаты с рекламы я получу хрен знает когда. Мой канал никто не поддерживает, к сожалению, теперь больше вообще даже платных подписок нету. Но если вы хотите исправить ситуацию, то кнопочка есть, ссылочка есть в каждом инфобоксе, кнопочка есть под каждым роликом и на самом канале «Спонсировать», «Стать моим спонсором» и получить некоторые бонусы. 3 уровня там есть. Короче говоря, когда мои финансы перестанут петь романсы, то я себе закажу вот такой вот гелик. Ну, это масло для душа. В общем, очень классно, мне оно так нравится. Если вы любите ароматы, вот типа как традиции хамама, органии и розы вместе, или просто органии, то я вам советую, вообще отличная штука. Единственное, очень неэкономично и хватает максимум раз на 12. Так, у меня закончился, можно сказать, наконец-то. Green Mama, формула тайги, шампунь для жирных волос, черная смородина и крапива, сила целебных растений. 400 мл, очень экономичный, концентрированный, чисто для жирных волос. Если вы попробовали краску палет на своих волосах, они у вас были жирные, то они у вас станут сухими. В общем, пока они у меня приходили в норму. И до того момента, как у меня не появилось... В общем, пока у меня не появились вот мои натуральные волосы, вот эти вот, у корней, да, у меня волосы были сухие, и я не могла этим шампунем пользоваться, потому что отсылка к предыдущему ролику, потому что предыдущий ролик – это у нас уход на август, вот предыдущий ролик, как раз ролик про мои волосы в период последствий краски от палет, осветливший меня на 4 тона, вот там есть про этот шампунь. В общем, когда волосы снова стали жирные, я как раз вот в июле им практически весь месяц пользовалась. Очень классный, концентрированный, хватает на 3-4 месяца. 5, соответственно, ну, мне очень нравится шампунь Green Mama. Я раньше покупала этот шампунь для жирных волос очень часто, потом подсела конкретно, ну, как бы чередовала его или вишенку. А теперь вот вишенка, кстати, будет в уходе на август, уже обозрелась, а вот потом что-то забила на этот шампунь, и внезапно в начале этого года, кажется, я его заказала, в общем, вот. Или прошлого года, ну, в общем, когда-то заказала. И в паре к нему бальзам-кондиционер для жирных волос, формула тайги, грин мама, календула и лимонник, тоже 400 мл.
Обычно шампунь и бальзам, как бы шампунь, допустим, 300 мл, а бальзам 150 мл. Хотя бальзам расходуется намного быстрее, чем шампунь. А тут вот одинаковое количество. Отличный бальзам. Слушайте, волосы после него не спутывались. Отлично расчесывались. Тут, мне кажется, еще что-то вроде осталось. Можно будет потрясти и даже выдавить. Очень классно. Хотя вот я как бы редко пользуюсь шампунем и бальзам вместе. Ну, когда есть бальзам, да, пользуюсь. Когда ощущаю, что на к шампуню бальзам, то да, пользуюсь. А так, в принципе, вот этот шампунь без бальзама нормально, но когда я попользовалась краской палет, мне пришлось пользоваться еще и бальзамом. Хотя у меня и так иногда бывает, что волосы спутываются от шампуня. От некоторых шампуней не спутываются, ощущаю, что нормально. От некоторых шампуней внезапно бывают спутываются даже тогда, когда моешь им постоянно как бы голову, и ничего такого не бывает. Вот бальзам он спасает в этом плане. Мне закончился практически, на одно применение осталось. Завтра утром доделаю. Потому что у вас-то уже 31-е. Большинство, наверное, сейчас, пока я пишу ролик. А у меня-то еще 30-е, хотя на календаре и на часах уже 31-е. В ночь на 31-е. Green Mama крем для ног тонизирующий. Питание. Каштан, конский, арника, хмель. Для уставших ног 100 мл. Нифига он не тонизирует, и нифига он не для уставших ног. Ну, в принципе, питает. Хороший экономичный крем. Тут 100 мл. 6 месяцев после вскрытия. Я его как-то покупала уже. Забыла, что я от него была не в восторге, купила снова. Можно сказать, проходной вариант. Если ждете чего-то такого запредельного, то облом вам. А если просто хотите как крем обычный, то вот крем обычный. Ну, типа, любимая марка Green Mama, вот обычный крем от нее. Но у Green Mama есть и другие крема, и намного лучше и круче, хотя и чуть-чуть подороже. Не помню, сколько он стоил, честно, но раньше... Вот эта серия была вот года два, может полтора еще встречалась в фикс-прайсе по 77 рублей. И изначально, по-моему, чисто для фикс-прайса была сделана. Пакетик у меня пустой, старый лекарь какой-то. И внезапно у меня одна пустая баночка парфюмерии. Они долго-долго жили. Они жили у меня еще, наверное, до роликов Ютуба. У меня много таких флакончиков было, много менялись. Я их какие-то покупала по скидке за полцены. Какие-то мне приходили в подарок за заказ по бланкам этой фраши. Какой-то у меня еще стоял, и когда-то давно я его задарила Ленке Снегирёвой или Собянина, какая она там сейчас. Соп с ней, с Еленой и так далее. Короче говоря, и вот у меня мой внезапно наконец-то закончился. Все, я вот сегодня его доделала. Тут совсем какая-то капелька осталась. Больше у меня нет натурели. Не в маленьких флакончиках. Вот чуть-чуть я себя вытащу. Вытащу. Не в крупных флакончиках. Жаба меня сейчас душит. Его покупайте. Откровенно говоря, не сколько жаба душит, сколько денег нет, как я тоже жаловалась. Но могу же я пожаловаться немножко на жизнь, да? Короче, я редко жалуюсь, поэтому я думаю, что могу себе позволить немножко пожаловаться на жизнь. Однажды я, возможно, себе... Однажды я себе такой приобрету. Ну, и если вы хотите вдруг сделать мне приятно, сказать спасибо, Лёля, тебе за твои труды, за твои интересные ролики, обзоры и тому подобное. И мы решили тебе подарить вот эту натурель. В общем, это натурель от Ифраше, классический вариант, без всякого всего. Универсальный свежий аромат. Похож на Blue Light от Dolce & Gabbana, на Light Cocaine от какой-то русской фирмы, на Summer White оригинальный, без всяких там слов других, просто Summer White от Avon. Вот, классный, свежий аромат. И он вдруг внезапно закончился в этом году, в июле. И он оказался в пустых баночках. Единственная пустая баночка парфюма. Вот такие у меня пустые баночки июля. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!